Семей завершился чемпионат республики по кикбоксингу. Он проходил с 1 по 4 апреля при спонсорской поддержке президента корпорации «Акшин». По итогам соревнований определены лучшие кикбоксеры, которые вошли в сборную Казахстана. В чемпионате страны по кикбоксингу принимали участие более 200 спортсменов со всей республики. Как отметил президент корпорации «Акшин», почетный президент Федерации кикбоксинга и тайского бокса Восточно-Казахстанской области, заслуженный деятель спорта Республики Казахстан Марат Серикжанович Курманбай, в нашем городе кикбоксинг развивается очень активно. В масштабах страны семьи лидируют и являются одним из лучших. Важно оказывать всестороннюю поддержку спорту. На сегодняшний день казахские спортсмены, наши ребята, занимают третье место в мировом рейтинге. Поэтому мы ставим цель, чтобы казахстанцы и дальше поднимали наш флаг и исполняли гимн нашей страны. Спортивное мероприятие также проходило при поддержке Ассоциации боевых искусств Казахстана. В него входят 25 федераций по неолимпийским видам спорта. Главная цель – поднятие имиджа казахстанского спорта на международной арене. Главная цель Ассоциации боевых искусств Казахстана, чтобы на мировой арене Казахстан представляли лучшие спортсмены, то есть должны выступать сильнейшие. Такую же цель ставит и Федерация кикбоксинга. По результатам чемпионата будут отобраны лучшие спортсмены, которые войдут в сборную Казахстана. Они и будут представлять нашу страну на предстоящем чемпионате мира, который состоится в ноябре месяце. Бахытгуль Казиз, Кайрат Кожахметов, телеканал «Семей».